И снова всем привет за это. Маленький хвостик вот забацала себе. Чтобы это... Сильно не люблю, как волосы болтались. Замазала себе валютики свои. Тебе это? Ты мне подаришь. Чего? Тебе уже март? Коробочку. У меня уже март сегодня. 1 марта у меня хотелось. Есть сегодня... у тебя сегодня? У меня сегодня 3 марта. Да, гуську. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Да. Мне папик купил часы. Смарт-часы. Или как они были? Фитнес-часы, правильно называется? Фитнес-браслет. Смарт-браслет. С экраном. Жду котлет в ответ. Я тебе еще фарша купил, жду котлет в ответ. Что ты ждешь в ответ? Я тебе еще фарша купил, жду котлет в ответ. Ага, все ясно. Не знаю, от чего трескается у здесь вот рот? Весна. Весна. Никогда не трескалась. Вообще никогда. По ну, жизни. Что тебе треснуло? Губы. Почему губы трескаются? Потому что хотела 9, получила 6. Вот и губа треснула. 9. Треснула губа. Хотела одни подарили друзьям. Сейчас буду распаковывать, смотреть, что за янный. Что мне сейчас дай? Ну не все же. Были сегодня светофоры, да? Двойная радость какая-то. Да, он называется. Вот такие часы. Сейчас достанем. На них гарантия. Сейчас открою. Заряжены, не это самое, их надо. Вот так вот буду носить часы, чтобы, наверное, не так смотреть, а вот так, хоба, и видно кому. Хотя часы так не носить. Ну, а я буду носить их вот так. Наоборот. Так вот не видно, что часы, а так, хоба, и посмотрела, кто. Кто там звонит? Кто звонит? Может так, не знаю, как. Вот, еще в светофоре купила себе вот такую штукенцию. Можно я это себе сберу? Это для унитаза. Неправильно, она не открывается. Коробочка. Ну, короче, здесь такие вот ячеечки. Это мне надо для моих глазок. Много глазок, много глазок. Мне приехало много глазок. Всем привет, дорогие друзья. Утро следующего дня. Ну? Собирается Гарина в школу, Доминика сегодня дома. Что-то за... С носиком что-то. Зашла на YouTube, почитала комментарий. Гаечка, привет тебе уже. Написала, как каре будет хвостики. Думаю, запишу с утра мое каре. Оно уже в хвостике. Все. На каре. Накарешилась. Ну, вот эти вот, естественно, в хвостик не прячется. И видно тебе, да? Черный этот вот, вот уже вот и где. А это уже что подкрашивала другим цветом. Доминика, кушай. Не спеши на настройку поехать. Быстро давай. Пошла. Карина покушала? А в чем дело? Ходи, застегну. Иди сюда, застегну. Я тебя не трогаю. Карина тоже обрезала. Чикнула волосы. Расчеши нормально, раз хочешь пойти лохматая в школу. Иди. Все хотят быть как мама. Доминика тоже хочет себе чикнуть волос. Да, Доминика? Все у нас, и во всех будет каре в хвостике. Как сказала Гая. Каре в хвостике. Мне уже комментарий написала, что так оно и есть. Да-да. Сашка уже на работу побежал. Вот, а я дома тут сейчас ковыряюсь с документами, готовлю что к чему. Вчера была встреча с человеком по поводу воды. Сегодня буду делать геодезию. Мне нужно подготовить ксерокопии документов на участок.
как он называется еще, разрешение на, ну, на проведение воды, да, и технические условия, короче, все это дебеди мне нужно им подготовить, завести сегодня, и вот с дня на день будет готово уже проект, вот, проект на воду, сделается проект на воду, а там уже будем начинать копать. Копать будем сами, Сашка вдвоем. Воду там немного, не сильная глубина, так как уже большая подсыпка имеется. Будем прокапывать лопатой там немного. А вот канализацию поеду в бывшую свою организацию, где я работала, и Саша там же работал. Там на час выписать, как он называется, этого. Где там? А, ну, в общем, трактор выписать, который будет копать. На час, по-моему, там 70 рублей. Это вообще не проблема. Кольца опустить вдвоем, мы с ним справимся, еще и деда подлить поможет. Вот, а так-то, если нанимать людей, чтобы вкопать 6 колец таких вот полторачек, да, 1,50 м, которая 3000. О, я думала, ну если бы 1000 какую-то, да, еще куда ни шло. А еще я согласна 3000 заплатить за канализацию, да, выгребную яму вместе с материалом, то есть кольца. Кольца у нас уже куплены. То есть я не вижу это самого. Почему такая цена? Большая. Вот. Будем копать. Каникулы скоро начнутся. Большие выходные. В марте обещают, между прочим, мороза. Сашка вчера вычитала, что будет холодно-холодно. И снег. Поэтому не знаю, когда что-то сделается. Ну, главное, что уже... главное, что нам уже сделают проект на воду. И вот это вот самое главное. Все, пока что с вами отключаюсь, если что будет интересно, сегодня засниму. Проветриваются полосики на заборы. О, весь забор вывесила. Вывесила весь забор. Ну, как вы понимаете, у меня уборка в доме. Запшикала плиту газовую. Тут немножечко было у меня подтеки. Вот. Поубирала все посуду, помыла. Вот. То можно, уже пол высох. Привет. Привет. И все? Да? Вот, как вы поняли, у нас уборочка в доме. Сейчас помою газовую плиту, покорму Лялюшу. Сейчас уже со школы должна прийти Карина. Уже время такое. Хвост. Коры в хвосте. Что такое? Что мы тебе купили? Пластилин. Это не пластилин, такое. Ну, как пластилин, ну, тесто такое получается, да? Угу. Угу. Пахнет вкусно. Плюхой. Какой-то клубничкой пахнет. Да? Я выбрала вот такую красную. Да. Угу. Какие у мамы яркие ногти. Да? Угу. Кушать хочешь? Угу. Да. Так что будем сейчас кушать. Ну и в принципе, что нам тут больше добавить? Что у тебя там, клыки? Угу. Что нам тут еще больше добавить? Завтра, сегодня мне в ночь на работу. Сейчас я тут немножко еще подберусь. Осталось у меня еще две наши комнаты, Каришина и, ну, где я с Доминикой и Сашкой тусим. Останется там у нас прибрать. Мам. И все, сложить одежку там. Мам. Стирка была. И стирка еще одна. Мам. Стирается. А я буду вытирать пыль. А ты будешь вытирать пыль. Хорошо. Сезон, весна, первый день весны, друзья, с первым днем весны. Зиму пережили, началась весна. Вот. Сейчас начнутся у нас посевы, посадки. Вот уже 3 числа буду высеивать томатики, начну уже высеивать.
немножко. Подожди, не шуми ты. Сколько там немножко докупила? Два сорта томатов докупила, а остальные у меня еще с того года семена остались. Свои собранные есть семена, поэтому как бы в планах мне много не сеять, не сажать. Ну, эти планы, сами понимаете, как оно получается. Хочешь чуть-чуть, а получается совсем, совсем иначе. Вот такие дела. Так что ковры начнутся, помыть ковры, повымывать всю грязь с них. Маленькие залезут в стиральную машинку, поколбосятся, еще побольше. Там уже со шланга, да. Маленькие? Маленькие. Кто маленький? Кто маленький? Ты маленькая. Фу, как жарко возле батареи сидеть. Да? Вот, будем прощаться на этой небольшой нотке с вами. Покажу. Сегодня еще пришла посылка еще одних глазков. Вот. Смотрите, сколько у меня богатства. Вот эти вот глазки пришли сегодня. Даже слезь с меня, ты будешь меня дергать, мешать. Вот эти вот глазки пришли сегодня. На картинке они намного больше. Ну, прям вообще намного больше. А на самом деле они вот такие вот малюпусики. Но очень яркие. Смотрите. Вот, они так вот прям блескучие-блескучие, вот эти вот глазки, вот да? Вот где брала? Ну вот где ты брала? Разве здесь? Сейчас все попутаешь мне. Угу. Где тут еще какая одетая есть, чтобы показать? Не сунь руки свои. Я хочу послушать. Вот такая нежно-розовенькая. Вот. А вот такие вот большие еще вот есть. Видите, какая разница, да, между большими. Положи сюда маленький, мне один. Положи сюда маленький, вот здесь. Положи на место. Где брала? Сюда. Ложи. И не трогать больше, поняла? Угу. Ага. Да, не маленький. Ладно, сама возьму. Маленький, так сюда. Вот, для сравнения, да? Какой махонький. А этот он какой огромный. А когда заказывала, то... как вам сказать? На картинке они были намного больше в этом в коробочке. Может, мне не то прислали? Я сейчас еще не заходила, не смотрела. Вот, зайду, посмотрю. Вот, еще у меня вот есть такое богатство. И это у меня носики. Так, сейчас я закрою вот эту вот. Классно, что мне нравится, что вот в такой вот коробочке они пришли. Вот, пришли такие вот носики. Смотрите, огромный вот такой вот носик. Потом чуточку поменьше носик. Еще поменьше, еще поменьше. И вот такие вот вообще малюпасики. Малюпасики, малюпасики, носики. Доминика, я тебя сейчас накажу. Будешь трогать. Потому что сейчас рассыпешь. И потом что, мне сортируй, сиди. А? Угу. А? Б. И вот такие вот глазки тоже. Вот побольше глазки. Побольше, поменьше, поменьше, поменьше. Ну, а сюда вот я ячеечку. Здесь вообще вот мелочь такая вот пузатая, как на самую маленькую-маленькую утю я делаю, да, которая 11 сантиметров уточка. Это самое. И такие вот заказывала еще, вот были вот такие, они не одеваются, вот эти вот штучки, ну, у них нет вот этих вот, они сразу закрашенные, вот такие вот глазки. Получается, вот эти вот, наверное, похожи размером. Сейчас я посмотрю. Да, они одинаковые размером, только вот эти вот крашеные. Вот эти вот крашеные низ, а вот в этих вот одевается этот. Мамочка. Одевается цвет. Фиолетовый, синий, да. Нежно-розовый, мамочка. Коричневый такой вот золотистый. Красный. Здесь какой зеленый. И здесь вот такой как темно-розовый или какой-то. Ну, тоже что-то светло-фиолетовый или какой-то. Красный тоже. Вот такое вот у нас здесь богатство. А! И еще вот здесь вот тоже есть. Тоже они крашеные. Красного цвета. Зеленого цвета. Красного цвета. Вот крашеные. Они без этих, без палеточек таких. Такой вот желтенький пчелок можно делать. Синие.
вот такие вот синие и тоже зеленые. Ой, сейчас я возьму поудобнее. И тоже зеленые. Ну, эти зеленые, у них вот этих вот зрачки побольше. А у тех, которые были, пришли изначально, их там было только 10 штук, 5 пар было в упаковке. У этих зрачок, видите, поменьше. Разница какая у них. Разница. Сейчас я вставлю одной рукой. Неудобно. Вот. Здесь зрачок побольше, цвета меньше. Ну и размером вот эти вот тоже меньше. Столько вот у меня богатства. Много-много богатства. Много-много-много. Заклепочки тоже. Вот тоже вот к этим вот. Нет, заклепки шли. А, это заклепки лежат вот от этих от носиков и от этих вот глазиков. Сюда их просто некуда их засунуть просто-напросто. Ну и там он у меня, он куча-куча ниток. Сейчас все разложено, потому что я брала. Потому что давала Карине по маленькой ниточке. Вот такой вот отрывала каждого цвета. В общем, у меня в классе в девочке, это сюда, Доминик еще мини-уточку не связала. Связала Карине мини-уточку, и Карине на одноклассница приходила, попросила. Вот, ну, естественно, не бесплатно, да, связала. Вот, мини-уточку эту махонькую. Ну, естественно, в классе тоже еще три девочки захотели этих уточек. Так вот, еще начинать я их не начинала вязать. Может, сегодня с собой на работу возьму, посвязываю чего-нибудь, может, одну и свяжу. Хочу сказать, что большая утка, да, либо средняя, ну, да, еще можно среднюю утку вязать, они вяжутся намного быстрее, потому что нитка толстая, удобная. Папа. И быстро-быстро вяжется. А здесь нитка махонькая, тоненькая получается, крючок номером 2. Попасть в петельку вообще сложновато, и ну вот эта вот мелочь, да, вот в руках держать, вот оно получается, что больше времени уходит на все. Обиделась? Мне тоже больно. Щипает меня за щеки, вредина. Иди поплачь в другую комнату. Щипнуть еще раз? А? Неожиданно мама щипнула Доминику бедненькую. Все, моя хорошая, буду на этом с вами прощаться. Уже у нас час времени. Придет сейчас Карина покормить Доминику, покормить Карину, Карину всю музыкальную школу. Короче, вот такой вот круговорот. Все, сегодня я еще заплатила денежку за проект, за все договора для воды. Вот. Для воды. К концу недели сказал человек, что все уже будет подписано, все уже будет готово. И можно приступать копать канализацию. Вот, что по деньгам прокопать канализацию. То есть мы заплатили, считайте, 500 рублей за подготовку только документов. Потом еще нужно будет заплатить 100 рублей за врезку. То есть приедет водоканал специалисты и подключит нас к уже общей воде. Еще 100 рублей, итого получается 600 рублей мы уже, можно сказать, такие уже отдали за подключение и подготовку воды. Но нам еще ж нужно прокопать эту воду от нас до колодца водоканала. И нужно вкопать 6 колец, полторачек, ну, 1,50 метра они, да, диаметр или ширина. Называются полторачки, они так их называют. Вкопать 6 колец этих полторачек, сразу нам этот человек сказал, говорит, 3000. Слушай, говорит, ты что, того? Каких 3000, говорит? А сегодня я его спросила, говорю, так сказали, говорю, у меня Саша, говорю, глаза большие постали за такую цену. Не ребенок, а просто беда. Он говорит, нет, это я так на скидку сказала, тут обычная цена, потому что в эту цену входит кольца, в эту цену входит это самое кольца, в эту цену входят крышки, закопать, прокопать, обсыпать, ну, установить, замазать, забетонировать, все это входит в эту цену. А так как у нас уже все есть,
Весь материал у нас есть. Он говорит, вам, ну, может, 1000 какая-то и обойдется. Он так сказал. Я говорю, ну, мы еще тогда подумаем. 3000 отдавать как-то ого-го за яму выкопать. В принципе, мы можем нанять машину. Час 70 рублей. Ну, пускай за 2 часа мы там справимся. За 2 часа 140 рублей, да? 14, ну, 140 рублей. Что нам отдать 140 рублей? И я с Сашкой вдвоем, ну, пускай папа может приедет на подмозе, где-то что-то подтолкнет, да, поможет. В принципе, же не руками копать, да, а трактор будет копать. То есть, ну, пускай мы вложимся, там, за технику мы отдадим, за все за это, вот, да. Ну, хай рублей 300 мы отдадим, ну, не 3000, есть же разница. Поэтому как-то, ого-го, неохота нам этим вот так вот, ну, переплачивать, можно сказать, очень хорошую сумму. Поэтому будем копать сами и бетонировать все это будем сами. Сказал, не вопрос, можете все сами, не обязательно, чтобы это делал я, вот. Мы когда мы все сделаем, просто ему сделать звонок, связь, приедет комиссия, посмотрит, одобрит, штемпель поставит и, кажется, нам запустит воду в дом. Ну, я надеюсь, мы это сделаем за месяц-два. Саша говорит, мы будем все лето копать. Я говорю, нормально все лето копать, нифига не все лето. Если я загорелась, мне надо прямо сейчас, то надо прямо сейчас, к концу выходных будут готовы документы. Там уже можно идти в организацию, где мы обычно берем технику. Вот, заказать всю эту технику нам и закопать, и сделать без никаких проблем. Всем счастья, любви, здоровья, мирного неба над головой. Берегите себя, своих близких. Главное, здоровье, не болейте. Все будет у нас хорошо. Да, дочь? Всем пока-пока!